это будет четвертая серия моего общения с уникальным украинским садоводом. Вот, я вас интригую. Вы уже видели его работу, не просто работу. Он очень разносторонний. У него, наверное, если есть сортов персик, то может 50. Но в лидеры выходит сорт персика хасанский, родом Дальнего Востока. Дальше адаптация в Сибири у Железова. И, наконец, длинным путем он попал к моему новому другу, которого, кажется, я знал всю жизнь. Вот. Итак, перед вами общение с Салием Валерием Александровичем в Сумской области. Смелый мужик, скрывать дружбу с русским украинцем Железовым не стал. Итак, поехали. Вот это будет проблема, я вам скажу. Давайте. Самая большая коллекция персиков на Украине, более 150, в Кривом Рогу или под Кривом Рогом. Дядюра Александр Николаевич. Дело в том, что я... Это другая тема, но я не... Вы же знаете меня. Не было ни одного случая, чтобы я не представил вам несколько... подробно несколько десятков, может, уже полсотни человек, уникальнейших вообще. И больше ни от кого никогда вы их не слышали. И вдруг, когда вот такие сообщения получаются, вот коллекция, уникальная, 150. Вот, давайте еще раз. Это для всеобщего сведения. Мы же не всегда будем по разные стороны границы. Самая большая коллекция персиков на Украине, более 150. Кривом Рогу или под Кривом Рогом. Дядюра Александр Николаевич. Поняли, да? Это просто... Меня все время куда-то в сторону тащит. Но я не могу мимо таких случаев пройти. Это должна знать не только Украина, но и Россия. Вот. А наш друг... Сколько Валерий Александрович? Сортов-то, а? Штук 50 у тебя? А это откуда? Дальний Восток, Сибирь, персик хасанский. Вот, длинным кружным путем попал к тебе и занял достойнейшее место. Настолько достойное, что вот это, это же не шутки. А вот это же не шутки. 3 килограмма, 4 грамма. Вот. И... преисполнены уважения и почитания к уникальному садоводу. Да, в Украине такого уровня садоводов десятки, но все-таки не последний из них мой друг Валерий Александрович. Смотрим дальше. Вот какая у нас теперь ждет тема. Ну, назовем это головной болью. Поехали. Видите фотографию? Пригляделись. Сейчас про это поговорим, а потом еще о чем-то поговорим. Не менее интересно. Здравствуйте, Валерий Константинович. Приступаю к стратификации. Разбиваю косточки хасанского. Удивлен. Массово попадаются именно средина. Зернышко состоит из двух половинок. Такого раньше не замечал. Может, у вас есть объяснение? Спасибо. Массу именно такого количества. Даже вот сейчас ориентировочно 50 на 50. Массово ориентировочно процентов 50 на первый взгляд попадается из разбитого количества косточек. Не перестаю удивляться. Из трех на выбор две двойные. Уже разговаривая с одним, который также будет выращивать эти косточки, сейчас стратифицирует, он удивлен, что это такое за феномен. И у меня уже есть объяснение. Это, говорю, подарок из Сибири, земляка,
Железова украинским садоводом. Так, ребята, преувеличивать не будем. Вот, это явление имеет свое объяснение. Дальше две темы. Сертификация, скарификация одна тема. И вторая тема, вот, заключается в следующем. Что за феномен такой? Вот. Первая про сертификацию, она более нужная и полезная. Но, тем не менее, я начинаю со второй. Что же за двойные получились семена? Вот. Мне, который человек, который за свою жизнь не расколол ни одного ни одной кости персика, для меня это диковина. Сколько их должно быть, я не знаю, но посоветовался с этим нашим товарищем Валерием Александровичем. Значит, это феноменальное явление появилось недавно, именно в Хасанском. Вот он, шутя, и сказал, что это подарок сибиряка Железова. Вот. Я имел несколько случаев, мне присылали фотографии недоуменные. Там, вот жалко, их надо было коллекционировать, но кто бы знал. Вот, там два ростка было. Я в таких случаях говорил, это сиамские близнецы. В одном случае, ну, что в голову мне придет, то и говорю, шутя. Это однояйцовые близнецы. Примерно так. И тут я что сделал? Для чего, спрашивается, в нашей команде это присутствует, является активным членом, уважаемая аспирантка Красноярского университета Елена Александровна Савельевич. Стану я себе голову, если я ни одной косточки не разбил, если я могу шутить про сиамских близнецов, про однояйцовых близнецов. Я взял ее и написал ей: Елена Александровна, вот, вы для чего в университете учитесь? Нет, не учится, преподает уже. И у нее уже свои ученики есть. Плюс еще и аспирант, инженер там же, на инженерной должности. Вот ее ответ. Я, во-первых, мне задал вопрос, уважаемый этот украинец Валерий Александрович. Пожалуйста, ответ человека, который знает ту вторую половину проблемы, назовем ее уже теоретическую. Двойные кости персика, так называемое явление полиэмбрионии. То есть, когда из одной оплодотворенной клетки образуется более одного эмбриона. Для понятности, это как однояйцовые. О, вот, пожалуйста, как однояйцовые близнецы у человека. То есть, полиэмбриония – это процесс, который производит генетически идентичных близнецов. Ну, и дальше я читать не буду. Вы же знаете, что такое железо? Или что такое садовод с Украины, Валерий Александрович? Мы же практики. Можем какую-то пользу извлечь? Вот я не держал в руке вот эти вот, то есть раскрывается косточка и вылазит два ростка. А можно ли их разделить? А можно ли с одного? Или так ли они должны расти? Ну так, всех растерялся, но он не мешал им расти обоим. И я ему писал: ну не трожьте, оставьте покой, давайте посмотрим. Ну я человек осторожный. Вот, не выкапывать же ее из земли, когда вот, так, вот, такой вот, вот такие росточки уже торчали. Вот тут мои познания кончаются. Человек сказал: ладно, не буду трогать, пусть растут. А если выкопать? А если... Я все стараюсь перевести в практику. Вот что я должен был сказать человеку, который считает меня чуть ли не специалистом? Вот они раскололись пополам. Вот. Это явление новое, присущее почему-то большей части... Именно хасанскому персику раз. Большинство хасанских персиков вдруг стали пополам. А если это два будущих дерева, а на какой стадии их разделять? А можно разделить сейчас? А ведь еще что? Сейчас будет практически чисто совет. То есть то, чего я, до чего я не дорос. Я же не могу знать все. Итак, или мы раскалываем заранее руками вот эти вот, назовем это ядро. Вот. И садим, смотрим, что будет. А? Валерий Александрович, попробуем. Просто любопытство разбирает. Второй момент. Вот, вот так вот садить и смотреть на будущее два ростка. Ведь дело новое-то оказывается даже для тебя. Вот. А у тебя масштабы-то и куда мне до тебя? Вот. И вот получается, что
Вот на эту тему открыто, интересно и будущее. И ближе к ней все-таки стратификация. Стратификация, сколько я чего не делал, там груши 17 сыров сходят, как эти самые, как бешеные. Яблони с семечки сходят, абрикосами проблем нет. Со сливами бывают проблемы, они уже, ого-го, но с опытом уже все равно без сливовых этих саженцев не остаешься. А вот персики, ой, какая проблема. У меня все было, ноль схожесть и 100% схожесть. Потом я начинал учиться у себя, у других, вот. И, внимание, я никогда не раскалывал, вот. И вот у меня, так, я взял, я человек просто... Я никогда, все мне считают, что я как будто бы чуть ли не это самое, не корифей. И я взял и задал вопрос уважаемому Валерию Александровичу. Смотрим. Валерий Александрович, он мне бах, эти самые. Посмотрели. Бах, посмотрели. Ну что, давайте учиться. Никогда не стеснялся. Да, Валерий Константинович, спасибо за ответ. Я насчет двойных косточек, семечек, которые находятся в середине косточки. Что-то в том плане вопрос у меня прозвучал, что ранее, в течение нескольких лет, это было очень редкое явление. Сейчас просто я удивлен массово. По крайней мере, в данный момент, вот я фотки скинул, я разбиваю сортовые косточки. Достаю семечки, середину, ядро. Такого не наблюдаю вообще. Так, Александрович, а какой смысл в большом количестве раскалывать персиковые косточки, если каждая из них на вес золота? Я так закладываю на стратификации. Та методика, которую мне Мальков советовал, она не прошла. Значит, я косточками в перлите вот с 10 числа закладываю на стратификацию в холодильник. И через 1,5-2-3 месяца по мере прорастания назубливание корешка, я их высаживаю. То есть самым обычным способом, как я понял. Разбиваю косточку, достаю семечку, 3 дня вымачиваю, меняю воду ежедневно. Вода, отстоявшаяся с крана или снеговая, речковая. Потом с перлитом 3:1, 3 перлита, 1 этой семечки, я там поторопился, назвал косточку. Это все. Поняли, друзья, где собака зарыта? Вначале я понял, ну все самое обычное, косточки перлит. Вот, он не, это, ладно, подробнее не буду про технологию, но показалось все-таки ядрышко. Вот тут, сейчас только посмотрю, как у нас идет запись. Ага, идет запись. Вот. И раз получается вот такая история, да? Вот. Сейчас. Вот. Раз получается такая история, то еще раз, будьте очень внимательны. Сначала. Разбиваю косточку, достаю семечку, 3 дня вымачиваю, меняю воду ежедневно, вода, отстоявшаяся с крана или снеговая, речковая. Потом с перлитом 3:1, 3 перлита, 1 этой семечки, я там поторопился, назвал косточку. Это все в холодильник. Через неделю-две все перемешиваю, смотрю там, где, возможно, плесень, не плесень. Ну, в общем-то, в перлите плесени фактически не бывает. И потом по мере назубливания
Достаю, если это рано. Некоторые просыпают через недельку, через месяц назубливаются. Я и в контейнеры были такие случаи, на окошко. И в конечном итоге эти деревья... Ну, расхождение у нас есть. На окошко они могут у него и расти, а потом он высадит, а они и продолжают расти. Но я в таких случаях говорю, я пробовал не на персиках, Сибирь и Сибирь. Сегодня, помните, я показывал цветение, а потом метр снега. Всякое бывает. Поэтому потом они у меня растут на окошке, и вот такие вот. А потом, Господи, что же теперь с вами делать? А потом начинается тепло, я их высаживаю, они у меня умирают. Вот. Потом в середину я искал, значит, если высаживаю переростки, я их называю, с подоконника, а многие так и делают, я советую выбирать самый холодный день, лучше вечером даже, когда жара прошла, в апреле, мае, может быть, жара даже в Сибири. И желательно, чтобы шел дождь или вот-вот пойдет дождь, тогда лучше приживается. Вот. Но самый лучший способ проклюнувшийся хранить до высадки, пусть уже в горшках, но в холоде. Это небольшое расхождение. Я не говорю, что делайте как Валерий Александрович, делайте как я. Просто вы знали варианты. Первые именно. Самые сильные, самые мощные получаются. Все остальные по мере прорастания высаживаю уже в открытый грунт. Да, и еще вопросик. Самые слабые, возможно, подойдут для выращивания в контейнерах. Ну, типа бонсай, как вы думаете, именно хасанский персик. Так, в данном случае я ничего не думаю. Почему? Потому что я никогда не учу, не советую и даже не комментирую то, о чем я не имею понятия. Единственный, нет, вернее, нет опыта. Единственный мой случай раз и на всю жизнь, и готов голову на плаху положить. Микроклонирование как промышленное производство саженцев, кустарников, деревьев. Вот. Я уж не говорю, не буду говорить про цветочки и прочее эти. Но деревьев особенно. Это тупиковый, опасный, смертельный путь. Еще хуже, чем эти самые клонированные деревья с палки прочными корнями. Еще в 1000 раз страшнее. Вот. Вот это единственный случай, когда я, не зная, не проверяя, говорю, это овечки доли, это тупик. Вот. Это мое мировоззрение. И никогда, никогда больше я не берусь комментировать. Я вот это вот комментировать не стал. Вот это вот. Да, и как вы думаете, именно хасанский персик? Так, идем дальше. Значит, скотский персик из Китая. Так, в принципе, все. В общем, что получилось, друзья? Вы узнали, вы, может быть, больше меня знаете. Я узнал уникальный способ. Никогда, знаете, у меня был такой соблазн, и я сейчас жалею, что этого не сделал. Разукалывание этих косточек я знаю 100 лет, да? Вот. И у меня последний год, именно из-за того, что не было ни одного дождя, когда весной мы высадили косточки персиков. Немного, 50 штук. А взошло всего 8 или 9. Вот. Для меня это был страшный удар по самолюбию. Вот. А колодезная вода не помогала. А засуха дикая, а без дождя с неба ничего не всходит. Вы это знаете без меня. И вот так вот я пролетел. И вот тут вот я впервые пожалел, зная, что есть молоток, не он начинал того, что расколол, а потом стратификацию. Это совершенно новый метод, то, что вы сейчас слышали. Желательно, чтобы вы тоже его испытали, попробовали, и не только с персиками. Вот, потому что и абрикосы бывают у людей, ни черта не всходят, и сливы плохо всходят. Это и есть. Семечки в этой теме проще. А вот с косточками хуже. И, наконец, о чем я пожалел. Не то, что я вначале их расколол, а потом надо было высадить. Нет. А вот надо было мне
Вот они, их легко, они толстенькие, пухленькие, их легко нащупать. Не взошедшие надо было вытащить, расколоть и посадить. Вот этот способ, как что-то среднее, арифметическое между его раскалыванием и вообще не раскалыванием. Вот этот способ я бы еще как-то бы попробовал. А к способу Валерия Александровича, ну как отнестись? Вот, когда я так никогда не делал. Когда мне рассказывали про этот способ, мне такие мысли бродили. Ну, может, они будут неполноценные, не пройдя все стадии. А стадия должна быть такая. Набухает, набухает, готовится, готовится. При достаточной влаге и вовремя, вовремя это весной, берет и взрывается. Я видел сотни фотографий в схожести персика. Вот, ах, я не готовился. Стоит ли сейчас лезть туда? Да почему нет, господи? Да кто мешает продолжать эту тему? Архив. Вот. Вот. Посадка семян. Сейчас мы мигом это найдем. Понимаете, в чем дело? Вот я выбираю то, что касается... Я не готовил, но поверьте просто. Вот персик. Где скорлупки? Не видим. Соседние. Ах, вот они. И я всегда поражался. Я раньше думал, что кто-то их откидывал. Но когда я увидел сотни фотографий с этими, особенно с абрикосами и с персиками, всегда скорлупки, как скорлупки так далеко, что такое впечатление, что их взрывом разметало. Вот. И у меня таких фотографий достаточно. Я даже сейчас могу из принципа еще найти. Как говорил Райкин, я из принципа, я из принципа. Вот я так же. Вот. Почему? Потому что мне немножко, ну, Украина есть Украина, там все равно климат такой мягкий. Вот. Вот здесь скорлупки не разлетелись, видите? Они так и остались. Эта фотография мне присылается со всей страны еще и дальше. Вот. Вот такие случаи. Это опять персик. Вот что хотите, думайте, да? Но если бы я хотел, он бы выкинул бы эти скорлупки. В большинстве случаев, абрикосов особенно, целая грядка и везде в сторонке. Такое впечатление, что их разрывает. Я вот подумал, имеет ли, не является ли недостатком то, что мы гарантируем схожесть, то есть бах, разбили спящую косточку, вот, а потом начали с ней работать, то есть готовить, стрельцов, готовить ее к высадке. Вот этот вопрос пока открытый. Как его надо закрыть? Очень просто. Все, чем мы занимаемся, эти вопросы должны быть предназначены не нам, а науке. Понимаете, друзья? А что такое наука? Это значит, что имеют ли эти вопросы смысл? Они имеют огромный смысл. Почему? Кто сказал, что мы добились совершенства? Да, вы возьмете любой справочник. Чаще всего вы встретите сырой песок, хранение при температуре близкой к нулю. Вот, стратификация – это создание условий влажности и, ну, почти дословно цитирую, создание влажности и перезимовки. Вот. А потом, значит, все само собой происходит. И, ну, сроки разные. А у персика почему-то 4-5 месяцев. Кстати, ставлю вас в известность. Послезавтра я начинаю сертификацию той самой злосчастной посылки, которая пришла 820 косточек. Кстати, уже сотни две разосланы. И вот получается, что есть вопрос, как они решаются. Я считаю вопрос к науке, подчеркиваю, не ко мне, не к Валерию, а к науке. Вот так, как вот на фотографии. Расколол, а потом на стратификацию. Ни одну, ни две, 100, 1000 высадил, густо, как помидоры, еще лучше, как морковку. Вот, вот так вот. И тут же на соседней грядке та же почва, все точно, время, сроки. Вот. Обычная стратификация. Обычная. То есть. И может быть третий вариант, это когда часть зайдет. Чаще всего все не взойдут персики. После такой стратификации, которая, казалось бы, надежная, и все равно не могут все не взойти. Четверть могут зайти, половина, три четверти. Оставшиеся выкопать, расколоть и сделать третью грядку. А? Догоняете, друзья?
Вот. Вот это я имею в виду, что эту работу должен... Ну как, я бы могу эту работу проделать, но я эти 800 косточек продам, это 80 тысяч рублей. Вы скажете, много? Я скажу, нет, мы их поделим с этим самым. Мы же пополам работаем с этим, с Медведем Олегом, который из моих косточек получились прекрасные сеянцы, выросли и получились такие точно косточки. И вот получается, что, значит, этими пожертвовать можно добиться успеха, можно получить идеальный вариант максимальной скорости. Это когда-то обернется миллионами, миллиардами, если, блядь, всю страну, тысячи, десятки тысяч людей, которые будут уже подработаны в схеме. Вот я же только сейчас впервые услышал за свою жизнь вот это. Сперва расколол, а потом на сертификацию. Я железо впервые. Вот. Борис Александрович, бери ученики. Давай я это заявление напишу. Подпишешь? Вот. Я железо это самое. Нанимаюсь в ученики. Ну, серьезно, это же здорово, когда есть варианты. Тут хотя бы схожесть в 100 раз выше. Сколько людей жалуются, посадил персик, ни один не взошел. Хорошо, если на второй год сходит. Вот такая длинная речь. Итак, это все надо, это, я адресуюсь к науке. Я знаю, что наука не только этого сделать не будет, и для этого есть причины. Первое, нет желания заняться даже элементарными вещами. Вот. Научить студентов плевать, классно плевать, классно. Вот. Знаете, что такое классно? А, правильно. Вот, идеальный нож. Тысячи раз, тысячи попыток, вот, специальная учеба, не это, не просто показали им на схеме, это, указкой. И тогда, рано или поздно, все упрется во что? Правильно, в сертификацию. Но, если этим заняться должна наука, но, уже вы поняли, этого никогда не будет, ну, что смеетесь, правильно, не будет, но... Второй момент, почему этого еще никогда не будет. Вот, где же они возьмут-то эти косточки? Сейчас по всей стране гибнут яблони, груши, сливы, абрикосы. Последние звонки 38, 35, 44, 45. Когда мне сказал человек из Башкирии, что у них он звонил из Уфы, что у них в Башкирии не только что у него там 38 или 39, а было 44 и 46, а у него в Башкирии, у человека ему звонил, сказал 57. Какие к черту сады? Но если сады должны быть, то надо все сначала. А наша песня хороша, начинаю сначала. Вот. Ну и чтобы не было грустно, я скажу самым простым садоводом. Самое легкое, внимание, можно же постулат было бы нарисовать. Самое легкое. Вырастить вид, как самый легкий вид плодовых деревьев, который можно вырастить, тем более даже в России, это персики. Персики. Что, непонятно? Это персики, которые вы посадите в теплице, и у вас там будет маленький кусочек рая. Даже не нужен зимний сад. Зимний сад – это когда отапливаем. А просто в теплице. Но теплица не та стандартная, которую я называю гнойниками. А теплица вроде моей. 16 форточек, открытая дверь. Вот сейчас всю зиму. Вот. Подступит это, было 32. Я с перепугу закрывал все это. Вот. Вернулось опять 20, 10, 20, 10, 15, 25. У меня все форточки открыты. Вот. Ну, дальше не знаю, что говорить. Валерий Александрович, еще раз. Огромное спасибо. Громадное спасибо. Вот за эту фотографию. За эту. За эту. Это хасанский персик, который разными путями окольными попал от меня к вам. Вот. Огромное спасибо. И огромное спасибо, что, как я помните, еще в одном из фильмов говорю, пусть я буду называть Иванов Иван Иванович вас. Вот. Вот он, Салий Валерий Александрович, Сумской области. Город Ромны. Все, друзья, я разговорился, я волнуюсь. Вот, это 4-я серия, которую я посвятил общению со своим земляком.
Каждое общение с земляками для меня это праздник, это подарок. Вот. Это огромная благодарность. Ну, с грязи можно было вот это вот. Ведь жил же я и не знал этого, что это от меня попало в конечном счете к человеку, который умудрился потом 3 килограмма от кому-то переслать на это, на сертификацию, на 5-гектарный будущий сад. Вот кто такой Валерий Александрович. Все. До свидания, друзья. У меня нет слов. Пойду сейчас. Разволновался. И думаю, что же выпить-то? Это 50 грамм коньяку или таблетку валидола? А? А? Валерий Александрович, что лучше? Давай так, это самое. Пусть задним числом, но я узнаю твое мнение позже. Все, до свидания, друзья. Вот. До новых встреч.